В сквер имени Леонида Сгерского готовят к торжественному открытию. Оно пройдет с музыкальным сопровождением. А новое пространство появится напротив филармонии. Сейчас там идет благоустройство. Уже смонтировано освещение, сцена и амфитеатр. Тюменцы увидят в общественном пространстве часть старинной мостовой 20-30-х годов 20 века, которую обнаружили археологи при раскопках. Также сквер украсит арт-объект «Виолончель». Хельсайт – такое очень уютное, атмосферное пространство, поэтому здесь применили такой впервые в Тюмени клинкерную плитку. Мы сохранили мостовую историческую, которая была в начале объекта. Это наша мостовая, которую находили в свое время. Был кусочек возле улицы Республики, мы это сохраняем, оставляем его. Вот. И, конечно, уже традиционно мы садим большое количество зеленых насаждений. Здесь у нас был разработан ландшафтный дизайн нашими ландшафтными архитекторами Ольгой Вавер.